Гостей праздника приветствовала заместитель главы города-курорта Людмила Гузенко. Педагог по образованию, она обратилась к ним со словами: «Дорогие коллеги». Самая главная ценность – это все-таки ценность человеческого общения. Вы сегодня встречаетесь друг с другом, вспоминаете свои школьные учительские годы. И я уверена, что каждый из вас с этой встречи уйдет с огромным, знаете, позитивом, настроением добра. Практически все собравшиеся в этом уютном зале знают друг друга. Не раз встречались за долгие годы работы в системе образования. Сейчас все они на заслуженном отдыхе и вспоминают, почему в свое время выбрали профессию учителя. Я хотела быть инженером черной металлургии, вот если честно. Но потом поступила в институт педагогических иностранных языков в Ленинграде и стала учителем. Я с детства всегда мечтала стать учителем. Я очень люблю детей и всегда их любила. И с детьми всегда была. На уроке, как я, была с такими все мои дети. Кто-то заслужил пенсию, отдыхает, а кто-то не расстается с педагогикой, как, например, Ольга Михайловна Балушкина, завуч по воспитательной работе школы номер 16 Цабанабалки. Ее трудовой стаж по профессии 42 года. Коллектив школы номер 12 подготовил большой теплый концерт. Дети читали стихи, показывали сценки из жизни современной школы. Учителя пели. Сегодня в городе-курорте проживает 521 учитель пенсионного возраста. Но все они молоды душой и счастливы, ведь их помнят и благодарят сотни тысяч учеников, которых они считают своими детьми. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа регион.